Всем большой привет! Сегодня готовлю очень легкий, быстрый салатик с селедочкой. Получается изумительно вкусный, сочный, ароматный и выглядит очень аппетитно. Одно филе сельди нарезаем мелким кубиком. В лук выжимаем сок лимона и оставляем мариноваться на 10 минут. В тарелку выкладываем 1 столовую ложку зернистой горчицы и 3 столовых ложки растительного масла. Добавляем сок лимона и все хорошо перемешиваем. Нарезаем половинку яблока средним кубиком. Выкладываем в тарелку яблоки, селедку, полбанки зеленого горошка, замаринованный лук, нашу заправку и все хорошо перемешиваем. Отправляем в холодильник на 20-30 минут. Салат получается просто супер сочный и великолепный на вкус. Селедочка прекрасно сочетается с зеленым яблоком, зеленым горошком и маринованным лучком. Всем желаю приятного аппетита и отличного денька. Кому понравился рецепт, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. Всем удачи! Пока-пока!